О проекте «Я так думаю» можно говорить очень долго и много, потому что я очень удивлена. Это первый проект за последние 5 или даже 10 лет, когда у меня ничего не спросили о весе. Ну, для меня это вообще большая победа. Я уже одним этим очень сильно благодарна вашему проекту. А вообще, на самом деле, я действительно немножко удивлена. Я рассчитывала на 20 минут, оказалось 2 часа. 20 минут. Но дело не в том, а в том, что просто то количество вопросов и их серьезность заставили меня задуматься вообще о том, как мало я знаю и как в каких-то вопросах я совершенно несведущая и косноязычная, не знаю, как, что сказать, как сказать. А раз эти вопросы поступают, значит, наверное, я должна быть как-то к ним готова. Вы мне так очень хорошо, знаете, ну, задрали, не знаю, возвысили, подняли планку. Поэтому спасибо вам огромное, мне есть над чем подумать, а вам удачи, процветания, хороших людей, чтобы вам было интересно с ними, чтобы они были, ну, достаточно соответствовали вашим вопросам своими ответами.